Байден заявил о запрете США на импорт российских нефти и газа. Также он сказал, что Штаты понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из РФ. Затем Байден заявил, что США и их союзники в ежедневном режиме продолжают поставки оружия на Украину и наращивают гуманитарную помощь. Байден предупредил, что цены на бензин в США продолжат расти из-за санкций в отношении РФ. В дополнение Байден заявил о намерении США выполнять свои обязательства по коллективной обороне в НАТО на фоне специальной операции России на Украине. Ранее британский министр по энергетике заявил, что Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года, также изучает возможность отказаться от импорта российского газа. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.